ехать в Гладианы к прокурору, который ведет дело, и брать у него разрешение на свидание. Но уже было 4 часа, я бы не успела поехать. Вы зря были в Бельце? Ну, передала передачу. А, только так. А мне не хотели говорить, кто прокурор у него, чтобы взять разрешение. До вечера пробегала по всему городу. И ничего не знаете, как он там содержится и так далее. А что вам парламентские адвокаты говорили? А он обещал, директор парламентских адвокатов обещал, говорил, что дело будет приведено в МГИНИ, и там будет суд. А вот я в Бельцах была у прокурора, который курирует СИЗО, и он сказал, что дал мне телефон прокурора Гладиана, или как правильно говорить, город. И тот прокурор сказал, что суд будет в Гладианах. Но когда, никто не говорит. Я боюсь, что мне вообще не скажут, когда суд будет. И муж не разговаривает, я бы хотела присутствовать на суде. Да-да. А как ему переведут или... Ну, поэтому я и хочу, но... Да. А как дети, они ходят в школу? Младший заболел сегодня, а так... Пока нормально. Люди помогают, интересуются? Да. Спасибо. Хорошо.